Всем привет! Сегодня мы разберем песню Виктора Цоя «Пачка сигарет». Как обычно, начинаем со вступления. Сейчас я покажу свой вариант вступления. Такое вот красивое вступление. Давайте посмотрим, из чего оно состоит. Итак, давайте приступим. Ставим указательный палец на четвертый лад. Играем по струне и делаем слайд до пятого лада. И тут же сразу ставим полубаре указательным пальцем. То есть зажимаем указательным пальцем первую, вторую и третью струну. Далее ставим мизинец на седьмой лад, при этом не убирая указательный. И играем первую струну вместе с пятой одновременно. Затем делаем пул-офф мизинцем, то есть отрываем палец от первой струны. Получаем следующее. Палец нужно не просто убрать, а еще постараться отдернуть струну. Затем идет вторая струна, третья. Еще раз. Удобнее будет поставить полубаре сразу на четвертый лад и потом переместить его слайдом. Далее переходим на аккорд С, до мажор. Играем пятую и вторую одновременно. Затем ставим мизинец на первую струну, третий лад. И сразу же делаем пул-офф. Затем идет вторая струна. После этого зажимаем вторую струну на третьем ладу и играем ее вместе с басом четвертым. И далее у нас идет первая струна, пятый лад, вторая струна, седьмой лад, третья струна, пятый лад, играется вместе с басом, шестым, и третья струна, четвертый лад. Далее играем третью струну открытую и вторую струну открытую друг за другом. Затем снова ставим полубаре на пятом ладу и мизинец зажимаем на седьмом. Играем вместе с пятой
Снова делаем pull-off. Вторая струна. Третья. Дальше переходим на аккорд C. Здесь все то же самое. Далее идет уже немного измененный ход. Зажимаем первую струну на пятом ладу, вторую на седьмом и третью струну на четвертом вместе с басом шестая струна. Все вместе. Затем повторяется еще раз. Вот здесь вот мы останавливаемся. И далее идут у нас флажолеты. Флажолеты сначала на 12-м ладу. Третья струна, вторая. Далее третья струна, пятый лад. И седьмой лад. Вторая, третья. Таким вот образом. Итак, мы разобрали с вами вступление, теперь давайте перейдем непосредственно к самой песне. Песня простая, здесь у нас встретятся следующие аккорды. Первый аккорд это ЕМ. Далее АМ. С. И Д. ЕМ. АМ. С и Д. Так, давайте теперь посмотрим, какой бой здесь играется. Бой в этой песне вы можете выбрать, в принципе, любой, который вам нравится. Я играю следующим образом. Такой смешанный между боем и перебором. Сначала идет шестая струна, потом я делаю удар вниз-вверх. Дальше идет перестановка аккордов. Для украшения можно играть следующим образом на аккорде ре мажор. Идет. Добавляем мизинец на третий лад. Раз, два, три. Ну а припев этой песни можно сыграть уже немножко помощнее. Если есть гармония, пачка.
был использован следующий бой. Удар вниз, снова вниз, потом вверх, вниз, вниз, вверх, идет потом следующий аккорд. Основных ударов здесь три. То есть вниз, вниз и вверх. Но для большей красоты можно сделать еще несколько добавочных ударов. И небольшой совет от меня, когда играете песни, то есть не нужно точь-в-точь, прямо сейчас я столько ударов сыграю, потом столько. То есть больше импровизируйте, то есть настоящие музыканты, они не играют вот всегда точь-в-точь, они постоянно играют по-разному. Поэтому основную концепцию я вам показал, а далее уже вносите как что-то свое. Вот, на этом сегодняшний видеоразбор закончен. Благодарю вас за просмотр. И до следующих видео. Пока!